Лыжня здоровья. Под таким названием прошли соревнования в Тарановском районе. Участие в них приняли около 250 лыжников всех возрастов из 11 сельских округов района. Соревнования поделили на 17 заездов. Первыми состязались акимы сельских округов и руководители госучреждений. Далее выступили женщины, которым за 50, за ними пошли группы спортсменов, начиная с самых маленьких и заканчивая возрастными участниками. Мы должны тоже вместе со всеми на всех праздниках, мероприятиях участвовать, видеть и показывать, как надо бороться. Наравне со всеми на лыжи встал и аким Тарановского района. Он принял участие в гонке руководителей госучреждений и акимов сельских округов района. В ней он занял первое место. По словам Бакбергена Утиулина, первые успехи в лыжном спорте у него появились еще в школьные годы. Сейчас он постоянно занимается, чтобы поддерживать форму. Говорит, что сейчас в районе внимание уделяется всем видам спорта. Бюджет составляет всего лишь там вроде 7-9 миллионов. Проводят грандиозные мероприятия, которые объединяют сегодня молодежь всего района. Помимо спорта в районе и развивает всем известную игру КВН. Так тарановская команда на государственном языке вышла на республиканскую сцену. Также поддерживаются и национальные виды спорта. А в Новой Ильиновке приобрели хороший лыжный инвентарь, что уже дает положительные результаты. Вот проходил чемпионат школьников. Мы выиграли. Тарановский район был первым. Все призовые места полностью за Тарановским районом были. Основная команда, где составляла, это Новоильиновская средняя школа. Этот сельский округ традиционно славится лыжным спортом. Из Новоильиновки вышли 6 мастеров спорта, в том числе 2 заслуженных. Есть в населенном пункте и чемпионы СССР. В советское время как бы детей, которые занимались спортом, было, наверное, гораздо больше. Но сейчас радует то, что сейчас возрождается все это. Детские спортивные школы хорошо работают. Открываются новые секции в поселках. По мнению тренеров, чтобы привести в спорт как можно больше детей, необходимо делать уклон на привлечение в село молодых специалистов. А нынешних призеров лыжни здоровья наградили медалями и грамотами. Валерия Зиновьева, РТН, Тарановский район, при содействии телекомпании «Акцент».